Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Театр национальных культур «Забайкальские узоры» поздравил читинцев с началом белого месяца с Агалганом. В рамках поздравительного вечера артисты исполнили номера рождественского концерта, а также показали новые, посвященные белому месяцу. Сегодня такой великий праздник, когда все боги спускаются с небес на землю, чтобы благословить всех живых существ на земле. В встречу белого месяца пришли российские, бурятские, армянские Деды Морозы и волшебник из Якутии. Каждый из них поздравлял жителей Читы и Забайкалья с наступившим Цагалганом и рассказывал о своем национальном Новом Годе. Цагалган раньше праздновался осенью, когда подносились пожертвования духом для хорошего урожая. Но позже внук Чингисхана перенес празднование на конец зимы, и Цагалган стал праздником обновления. Одной из первых традиций белого месяца было сжигание мусора, что символизировало избавление от грехов. После праздник наполнился другими традициями. Поздравить забайкальцев с праздником приехали и артисты из Монголии, которые исполнили арии Чайковского, Верди и Бизе. Кроме того, концерт посетили первые лица Забайкалья, которые пожелали процветания, благоденствия, благополучия, чистых помыслов и белых дорог. Поздравили земляков и жители нашего края. Буддийский Новый год Цагалган празднуется между концом января и серединой марта, на первое весеннее новолуние по лунному календарю. В 2015 году начало белого месяца пришлось на 19 февраля. Анастасия Дремова, Анна Хвостова, специально для Забинфо.ру.